Так ти... Так, так, так. Куча мужиков. О, боже! Боже мой, идите сюда. Я просто с испуга, знаешь, я менюшку выключаю, а тут такие чуваки в бане моются. Потри спинку, потри спинку. Жопку почешу. Всем привет, ребята, с вами Витёк и Стас. Это Stick Fight the Game. Мы сегодня играем на ледяных картах, на заводских картах и на картах с общака, грубо говоря. О, обнимаемся, зелененький. Поэтому поехали, давай. Поехали. Чеши спинки. Поехали. Хорош спинки чесать. Давай, ломай спинки. Ромка, на тебе в лицо. О, Стас, уже работали. Я сплю. Все, смотри, они нас победили. Поехали. Завод один. О, автомат. Автомат. Мой. Нет. А, дайте мой. У, копье. А, нет. Стас, не надо. А, я живой. Нет, копье. Заколол. Зелененько. Кишки. Маленькие кишки. Я выиграл. Пью скилл. Почему они сверху летели? Змеи, откуда они там? Так, я не хочу. А, нет! Меня размололо. Слушай, а что, он так и будет по очереди завод нам выдавать все? Я же рандом вроде поставил. Посмотрим. Ну и ладно, поехали. Значит, потом будет лед, мой любимый. А! Нет, живи! Черт, зеленый расстрелял всех. Да нет, ну что такое, почему я так быстро умираю? Надо просто защиту использовать, Стас. Я что, рахит, что ли? Я же не болел. Смотри, желтый, синий. О, это твоя любимая карта, кстати. Помнишь ее? Да, помню, но я здесь почему-то, наверное, тоже умру первым. Пистолет, откуда я взял его? Черт! Я не хотел его брать. Опа-на. Вот это новая карта заводская. 19. Вау. Она генерирует пушки, что ли, или что, я не понял? Я не зеленый, я красный. В смысле, через 9 секунд взорвется. А, меня мои же змеи жрут! Я понял, здесь нужно перекидывать мячик в одну и другую сторону, да? Ага. Дайте спеть. Давай, уходим. Тихо, я первый. Нет! Зеленый, синий. Уходи, синий, это мое место. Я слишком далеко вперед ушел. Я опередил время. Я как настоящий, как Никола Тесла. Я опередил время. И ушел из жизни. Это великий куб. Никола Тесла, по-моему, больше. Я живой. Не ходи сюда, Стас. Нет! Я живой. Привитку! Хорош, ты видал этот тактишен. Я половину уровня выбирался с этой дыры. О-оу. Нет. Удачи. Я вообще не двинулся за уровень ни разу. Тут надо просто стоять, походу, ничего не делать. Оп. Хорош. Что это было? Че за засада? Мне надо играть синеньким. Синеньким мне фартит. Красный не очень. Нет! Оно ускоряется. И что-то падает. Я упал. Эти еще стрелять успевают, прикинь. Психи. Хоть странный автомат у него, кстати. Такого раньше не было. Лишь по 3 патрона дает. Давай, Стас, тащи, цепляйся ртом, я не знаю чем. Смотри, Стас, вообще топ, ты смотри, как прет. Какая-то опять новая пушка пролетела. О! Стас, какой-то пистолет взял. Убей его лазером. Где я? Вот он ты. Ты появился. Стреляй, что ты стреляешь? Я не вижу. А, ты себя не видишь, что ли? Я тебя вижу. Ага. А, тебя задавил. Стас, ты видел, как тебя придавило прикольно. Стреляю в этого!
маленького юного. Ну так долго мы еще не летали на этой карте, вообще про. Это вообще какая-то жесть. Я, по-моему, больше запинался, чем летал. Мне такое было чувство. Отстаньте от меня, ну блин, дайте жить. Тихо-тихо, а что у нас завод-то сплошной? Блин, я же поставил еще и другие карты. Может нафиг надо отменить завод? Я ухожу от вас. Дайте пройти. Дайте пройти, зеленый, отстань. Я первый буду. Мое тело там прыгает на заднем плане. Я бегу, смотри, я просто бегу. У хорош, он хочет меня догнать. Он хочет мне солью в задницу дать. Спасите. Там похоже на... А я увернулся. Нет, я только хотел ружье взять свое. Прям в грудь. Это было больно. Сплошной завод, надо кончать. Да, завод, завод. Я что-то туда-сюда, идите от меня. Я тут буду бегать. Ух ты, стоп, ты куда? Фига себе! Вот сду. Смотри, зима нашла. Пошла. О, все, наконец. Все, нормально, значит, наконец-то. Походу, завод поехали. Закончился. Да. О, у меня жопа примерзла. Отдерите меня, пожалуйста. О, пистолет. Сейчас тебя отдерут, подожди. Тихо-тихо. Главное вовремя примерзнуть. Видите, там со змеей нормально просто. А я лизнул лед, а где я-то? Я во взрывах потерялся, прикинь. Нет! Я почти выжил, почти. Грудь в грудь меня укусила змея. Где я? Я какой цвет? Я желтый. Волосатую грудь. Нет! Собака! Смотри, как спрятался. Смотри, как я спрятался! Я там в доме, по-моему, а меня придавило просто тупо. Пока все пытались выжить, видя себе иглу сделал, по-моему, вам не кажется? Черт. Смотри, как я. Стас, ты че? Я такой там шпагат сел. Что-то какие-то зеленый какой-то опасный. Зеленый вообще он тактишен. Надо Ромку валить. Давай, синий, все вместе на Ромку втроем. Тактишен мэджик. О, хорошая запушка такая страшная. На! Стас, мочи! О, Стас победил! Он впервые вообще. Или было уже? Первый раз за сегодня. Первый раз, Стас, молоток. Вот что значит. На, я тебе к пушке куда пнул. Профессионализм. Не пропьешь. Ах ты тварь. На, у меня такая же. Я не умею общаться. Небо. Ой, что это? Нет! Я просто не допрыгнул. Это было обидно. Стас вообще прыгнул божественно. Я хотел... Сразу по три пухи нам дают. Слушай, я поставил. И ни одной у меня нет. У меня тоже ни одной нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хотя бы зелененькую дайте. Дай, блин. Ааа, Витя, живи! Черт, расстрелял меня. О, давай. Я тебя пну, и ты к ним полетишь. Хочешь? Тихо-тихо. Отстань. Пушки ждем. Паразит. А у них пистолет появился. Уходи отсюда, Стас. Уходи. Дай пушку. Мне пушку кинули. Меня в лоб прям пушкой кинули. Нифига себе. Меня застрелили, прикинь. Че? Как кидать оружие? Бомб F или G. Что-то такое. Что за психи, блин? Воу-воу-воу-воу-воу. Барабек. Хорош, победа! Ну, да, я видел, ногой прям по паху ему дал. Надо GF там, надо, блин, офигеть, он просто запрыгнул меня, я в него стрелял. Физика не работает, ничего не упало, все в воздухе висело. Меня бомбит! А у меня копье. Какого нифига себе, что это? Нет! Это что это за базука такая, видал? Или это две пушки слиплось, наверное? У кого-то попа слиплось. Мужичка! Ха-ха, там псих! Черт, как так-то? Нет! Как он это сделал? У нас два профессионала какие-то попались. Надо их валить. Стас, давай вместе против зеленого и давно синего. Не играли, они тренировались все это. Конечно, время. Они знали, тренировались. Нет! Извини, я не попал.
попал! Только все умерли. Зато как быстро карта кончилась, да? Заметил? А, Стас, это моё! Что это такое? О, что это? Что это? Снеговик! Меня задавило! Нет, я живой! Это лавина какая-то, Стас! Живи, Стасян, прыгай! Ха-ха-ха, меня переехало! Куда переехал, не помню. Наверное, я был, я бухой. Стас, выстрелил меня с карты. Чуть закрыта такая вообще была. Прям в пяточку Витьке попал, я помню. О, опять она. Я беру ее. О, это крылатые змеи, Стас. Да, я вдруг попал. Крылатые змеи. А, погоди. Блин, я думал, что я зеленый, черт. Я это крылатую змею, это же вообще. Да нет. Да что ты меня стреляешь, зеленого бей. А в кого стрелять-то? Зеленого. Он главный злодей тут. Работаем, работаем по зеленому. Вот для меня оба зла. Блин, меня уработали, Стас. Твоя очередь стрелять. Мочи! Да! Пу-пу! Молодец, Стас! Умница! Без Витям бы я бы не смог, он там надавал по паху, я видел. Аккуратнее бежи! Нет! Нет! А, питон меня сожрал! Черт, меня уронил питон! Факинтон! Опять зеленый! Нет, здесь это клево! Надо его кикнуть уже! Так, опять завод, какого нафиг? Так, давай, да, меняй на общее. Надо его кекнуть. Надо его кекнуть, давай. Лоу кек, чебурек. Бежим наверх все. А что зеленый? Роняй его. Нет, не стреляй, держись, Стас, бери ружо. Нет, нет, молодец. Во мне кусь с зеленым шарфиком. О. ГГ изи, е-мое. Так, надо тут играть в волейболинг, да? Давай, бери автомат, что-то. Убился на шипы. Да не в меня! Нет! Змей! Витька, меня кусают! Надо вот туда, в углу. Забери! Я же хотел базуку взять! Я не хотел, ну ты чё? Как я вас переиграл? Блин, я хотел базуку забрать и стрельну. Опа, 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 опа! Хорош там! У зеленого ружья, осторожно! Это попа! Он умеет им обращаться! Отними! Я отнял ружье у зеленого! Идите, идите, ребята! Я вам помогу, уходите! Я вас подтолкну! Ой, у желтого, у красного! У всех ружья, кроме меня! На тебе, питона! Нет! По-моему, я зубами вцепился в площадку и меня просто выкинуло. О, сейчас здесь кубик будет нас толкать. О-оу. У Стаса ружье! А-а-а, бежим! Нет, не бери меня! Стас, ты куда полетел? Ты ж мне прям в глаз кольнул. Блин, что-то я прям такой тактишен, а? Воу-воу-воу, тихо. Эта платформа опасная. О-о-о, пускай. Это победа. Тактика, я стою, ничего не делаю. Да, рулит. Нет. 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 Тот стон тут не пьет. Черт. Молоток, Стас победил. О, это твой любимый уровень. Так ти. Тебе тоже порезало. А я просто грохнулся. Это было забавно. Я просто не смог. Я ржал, как не знаю кто. Блин, эта игра, она такая орательная. Вот реально, в ней даже не просто смеешься, а орешь. Она реально очень угарная. Я вот из этих всех игр... Смотри, змея летит. Змея, да, кусающая попу, летающая змея. Давай, синенький, держись. Куда я жизнь? Давай, держись. Он там с змеями кто уживается, смотри, зеленый. Да не говори. Молодец. Ну, просто одного цвета с ними.
Эть. Направо! Эть. Нет. Всем направо! Бежим, бежим, бежим! Ой, 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 влип, очарик, очкарик! Колбасный цех! Вон он клал-то, а? Вообще не говори. Колбасный цех. Как из мясорубочки, знаешь, просто нарисовал. Это Никифоровна, колбасный цех. Кифоровна, нет. Никифоровна. Нет, коробочка, нет, тварь! Я пойду к зеленому обниматься. О, пистолет, пистолет, магма, пестик. Магма, пестик, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты видал это, да? Нифига себе, что-то новенькое. Но я выиграл. Там какой-то вообще смертельный дождь смерти был. Смертельный дождь смерти. Дай зеленого. Какой ты орудий, извини, Стас. Случайно тебя протянул. Вот так, на, все, я зеленого работал, это победа, я круче. Да уйди ты от меня. И ты тоже. Нифига себе. Нифига себе. Я просто один на один всех переколошматил. Вообще, Витька, Витька отмороженный убийца. Разозлился. Коронованный отмороженный убийца. Смотри, зеленый, зеленый пришел ко мне. Нож. Он меня расстрелял. Нет. Тебе повезло, что оружие было с твоей стороны. Он взял нож, все. Его не остановится. Стас, беги, бери пушку. Меч, мечом его зарежь. Беги, беги, Стасян, беги! Я же мог кидать в него пистолет. Как там кидать его, дурацкий? G или F, я же тебе сказал. Кнопка G. О, нет. Отстань от меня. Он защищает пушки. Нет. Он, все, вот я ему синего туда. Ух ты, что это с копьем, ты видал? Вот это сражение было. А я постою. Оп. Зеленый, скинься. Скинься, я сказал. Ага, ружье. Фу ты, блин, меня змея утащила вниз. Стас, ну как так? Надо было сверху сидеть. Как мое лицо разминается. Мое? Что это значит? Я не знаю, к чему это я. Пора валить. Но оно разминается. Зеленый ушел. Благодаря ружью. О! Питон. Они все бросаются оружием. Это реально очень много урона, видимо, да, оружие кинуть это очень сильно. Лаги. Да конечно, конечно, да, просрал, да, да. Теперь сразу лаги. F кинуть. Стас. Ага. Нет! Ой, что-то вы. Как вы так? Мы все улетели, я улетел. Перегруз. Мне шпагат. Опа! Стас опасный. Я вам подарочек. Ну ладно, такой. Ааа, питон! Почему не летающий? Ух ты! Оп-оп-оп-оп-оп! Ай-ай, иди в ту сторону, Витя! Ай-ай-ай! Полицели! Черт, у меня пушку мою выбили! Ааа, я разбился! Нет! Витя, лети! Черт! А, ты где там застрял? Лаги! А че? А, смотри, синий, ты выкинь синий живой, за деревом был. Ах ты писю газированный, ты посмотри. Да, а? Ты прикинь, да вообще он молодец. А тут же ждал, выжидал. Смотри, пушка, пушка, смотри, что делает пушка. Нет, пушка что-то делала. Что делала? Она что-то делала. Она как будто из-за облака вылазила и постоянно. Ой-ой, не люблю этот уровень, ну ладно. Вот этот падательный. Мега супер падательный уровень. Во-во-во-во, Стас, ты что творишь? Ты что творишь? Убираю, ты нас падаешь всех. Ой, ружье какой, дошел. Просто все грохнулись в конце. Это о, было... еще о, круче. Ты посмотри, какой уровень опасный. Тут просто кто выжил. Нет! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, смотри, пушка. Это просто реально, кто на последнем кусочке доживет. О, здесь надо ронять всех. Нет! Я пойду посплю. Мне такое чувство, что я просто лег поспать. Я веду себя слишком агрессивно. Поспи рядом со мной, друг мой. Давайте создадим там небольшое общество. Скиллз! Вообще обманул, перехитрил. Не говори. Воу-воу-воу, тихо. У него копье есть. Оно сдвигается? Да. Ох ты, попал таки. Я протолкнул. О, вот это будет. Прячемся. О, Сас! Это было приятно. Осторожно.
Пока, синий. Позатыльничек. Легенький, нежненький. Да не туда стреляй. Дай ему, Витька, дай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Касл 11. Во-во-во-во-во-во! Нифига себе, платформа ушла! Платфа. Платфа! Да! Платформа! Платформа! Уйди! Уйдите, змеи проклятущие! А, это я, меня там нет. Я все время себя с зеленым путаю, черт побери. Я тебя путал долго с синим. Вообще, долго прям путал. На уровне 5. А теперь я уже вроде привык к тому, что я красный. Спрятался. Но это все равно не так сильно. А, меня просто расстреляли, Витька. А где я? Я так сильно спрятал, что аж сам себя не нашел. Смотри, синий давно не побеждал, кстати. Летающие змеи. Эй, да как так-то я упал? Ну ты че? Ой, что со мной? Что это было? Это было что? Что-то было. Давай поболеем. Господи, блин, я прям очком сел на шею. Давай, синий. Ты смотри, синий разошелся, да, а? Разошелся, не останови. Ой-ой-ой, здесь дырочку надо. Это моя дырочка, Стас, иди. Моя. Я твою дырочку и не трогаю, пинь. Давай, мы синего не пускай, зеленого в смысле. Не пускай его, не пускай его сюда. Прощай, зеленый. Ух. Нас расстреливают, Стас, выходим. Воу, куда это я? А я куда? Я сейчас... Синий! Че это было, блин? Я понял, главное не трогать дырочки. Блин, ну кто чёрная? Опа! Заставил его поплясать. Опа! В чайник видал, в кабалдос. Выстрелил в него в стиле гангста стайл. Да чё-то? Я-то чё рванул? Дал бы подзатыльник и нормально. Я-то чё упал? О, наверх. Оба-на, чё-то я как-то... О, боже мой! Я чуть не сдохнулся. Блин. Уйди от меня. Все какие-то хитропопы. Ну вас всех пей. Уйдите от меня все! Я живой! Победа! Я просто терм... Опа, она зима. День. Люблю зиму. Смерть! О, я, кажется, зеленого заколол. Воу! Я упал! Я бросил пушку в тебя и свалился. Тебя пушка перевесила. Ждем. Когда психи навеселятся. Пипец, я упал. О, черная дыра. А че он ее скинул? Эй! А он не скинул, он стрельнул. А. Просто он стрельнул туда специально, чтобы его последним затянуло. Он хитрый. Хитрожук. Ну смотри, смотри, кто победит. Я ставлю на синего. Синий мальчик. Синий побеждает, синий, держись, да! Синий победил. Хотя я тебя не люблю. Ты слишком часто побеждаешь. Во-во-во! Это что сейчас было в конце? Один выстрел, видите, и уничтожил. Один выстрел, все ушли, да. О, кинжал смерти. Охота за зеленым. Змеи, убейте их всех, я постою. Ну как тебя заколоть-то? Заколи синего. Нет. Ой, это он меня заколол. Нет. Я вас всех и не люблю, не люблю, не алё. Алё. О-оу. Ну чё? Прилипучие войны. Посмотри. Выиграл. А выиграл ещё как-то там, оттолкнулся, молодец. Что это было? Скилованные ребята нам попались. Ой, а он вышел просто.
Все, он кончил. Ну да, потом скажет, только да, я просто вылетел. Да, у меня просто дисконнект был. Это не потому, что я... Меня уничтожили, Стас. Не умею играть. Зеленый синий застрял. Я пытаюсь до него добраться. Закали его просто. Опа! Как ты его мощно, а? Ну что, у нас не будет четвертого, что ли, веселья? Да сейчас придет что-то. Давай теперь синего бить. Ой! Я победил! А вот и, вот и Ромка пришел, смотри, давай зеленого опять бьем. Зря пришел, типа, давай. Бежим! Ой, черт! Психи, действительно. Витька танцует, по-моему. А, Витьке нужен нож. Витьку не обманешь. Витьке нужен нож. Так ты прыгай и калькаль делай. Ах ты псих. Пусть камни просто. Да. Убьет их пламя. Хитрый, да? Я тебе сейчас... Ой, Стас, Стас, дай выйти. Не стой здесь, мне тяжело выйти. Ага, я второй раз не получится. Ой, я голову прищемило. Попал, смотри, меня собака пистолетом. Шо вон. Ах ты, ах ты тут, да? Как тебя подбить, да? А может это и не нога? Не попал. Мой отвлекающий маневр прыгнуть и заставить прыгнуть другого. Это гипноз. Воу, бум, 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 бич. Бум, бум. Нет. А, автоматом. Нет, там автоматом был. Я прыгал к нему, сломали площадку. Блин, пистолет с такой отдачей сумасшедший. Что-то зависло, конечно зависло. Ага, воу-воу-воу-воу-воу! Змей, 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 Стас, не обнимайся со мной, я травлю. Меня змея обнимала, я упал вниз. Хорош, как я выиграл. Ты убежал, спрятался, ты трусливо победил. Никто не победит эту победу, честно. Кричат, давай других игроков на смену, кто-то хочет поиграть. Блин, я ушел. Убить всех, красный! Нет! Как? Почему не ты-то? Я за тебя болел, Стас, честно. Да врёшь ты, все, ставил все сразу на синего, я знаю. А! О, боже мой. Бежим! Стас, мы с тобой живы. Пам-парам-пам-пам. У кого появится оружие, интересно? Не поймал. Нет! Нет! Так. Оружие! Нет! Че на мимо-то все падает? Оружие ты где? Блин, у меня площадка. У него площадка очень большая, у меня маленькая. Это нечестно. Роняй поближе ко мне. По идее, наверное, допрыгну до тебя, если прыгну, да? Давай, давай. У меня был шанс. Но я его просрал. Как бы это грубо не... О, опять снеговые войны. Пуснички! Ой-ой-ой, жарко! Блин, я же спрыгнул! Ой, горю! Ой, горю! Ой-ой-ой! Какая дичь! Бесконечная зима у нас какая-то, слушай. Да, но это веселая, мне нравится зима. Мне тоже. Воу-воу-воу, тихо! Зеленый ушел. Сам устранился. А почему у меня корона висит? Я же проиграл в прошлый раз. Че висит? Может быть, я до сих пор... Победа! Викотори! 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 Виктори! Нет! Не стреляй мне в спину! Зеленый, уйди! Я посплю! Смотрите, как я мило разлегся! Не ломай мне мой постамент, я отдыхаю! Видишь, меня к ножке списал! Я кинул в него пестиком! Меня, кстати, тоже кидану. Пистолет, походу, есть даже больше был вот на этом стадии. Не для пострелять, а для того, чтобы бросить. На тебе, прям я его укатал. Прям в лед. А я ведь лежал. А ты лежал и смотрел, да. А я лежал и смотрел. Зеленый, что ты творишь? Террорист! Айне кляне террористин! О, а лазера же не должно было быть. А я же их выключил. В смысле, включил.
Воу! Убить всех людей! Он опасный, аккуратнее. Ой, хорош, хорош! Накидывай! Струей! Струей непомерной ненависти! О, хорош, порезал одного. Ууу, это был точно выстрел. У меня мало жизни слишком было. О, лазеры, лазеры. Больше лазеров. Да что такое? Нет, это же... Горю! Что? Это победа! В затылок. Предательский удар в затылок. Стоящих двух под одной площадкой. Это было классно. Ух ты, блин, я опять себя с зеленым перепутал. Нет! Меня выкинули. Это было подло. Это был нечестный выброс. Отстань! Блин, не успел! Нет! Надо было вниз падать, там аккуратно спрятаться. Да, надо было внизу себе сидеть. А вот это будет опасное место. А, тут будет лазер лететь, да, точно. Да. Не обнимайте меня. А-а-а, питоны! Мать вашу! Синий! Да что ты со мной делаешь? Уйди от меня! Зеленый, отстань! Я прижался. Я выживу, Стас? Нет. Точно? Там нельзя выжить. А-а-а! Блин! Я же говорю. Можно выжить только с краев, походу. О, здесь сейчас бомбардировка будет. Пушка. Стас, извини. Нет, я тебя не прощу никогда. На. Синий. У меня ноги. Синий к нам приходит. Тихо. Я летаю тут на чем-то. О, а как я? Хорош. Пока ты летал, все уже закончилось. Да меня вверх подпустили этой штукой. Ой, пошел я от вас. Эй, мальчик, хочешь пирожка? Нет, не хочу. Нет. Где я? Ага, кончилось, да? Нате. На. Как это так? Как? Нет. Это было больно. Я ж тебе столько попал выстрелов. Ну как такое могло было произойти? Это же не чесноки вообще никакие. Ты ничего не попал. Да попал в тебя там из пулемета. Там, тихо. И ступили твое бредное тело. Воу, что происходит? Ушел. А что мне все подлетали? Только Витька остался с мечом со своим. Эй, иди сюда. Это просто плевок в лицо был. Пока ты там бежал, тыкал, я уже успел стрельнуть. Плюнуть, как говорится, шмальнуть. Оу, остались только ты да я. Как в прошлый раз бежим. Хитрее, я понял. Ломай бочки. Воу, тихо. Нет, я умер. Тихо. О, хороший выстрел. Хорош. Он две пули всосал полностью и выжил. Он читер. Вообще читерюга. О, я помню, здесь надо. О! Нет, я ушел. Синему не повезло. Они нормально. Пушку. Стас, щелочку какую-то залазь. Залазь щелку. Выкинь ты базуку эту нафиг, она не нужна. В упор из дабаша, это сильно. Но это было забавно. Блин, на шипы прям сел. Это было круто.
Ну, тут-то было тоже весело. Ну что, Вить, может, это остановимся? Ну да, по-моему, уже настолько угорели, что можно передохнуть. Ой, я не могу. Настолько угарно. Да, надо разобраться, как играть на чужих уровнях. Наверное, надо их просто скачать из воркшопа. Тогда можно будет в них играть, скорее всего. А, ты видишь, что кто-то вообще можно кастомизировать, сейчас самому делать? Да, сейчас тут же левел эдитор появился. И я думал, что оно автоматом подсосется. Надо, видимо, надо скачать из воркшопа. И тогда только будешь, как говорится, играть на них. Вот. Это, видимо, в следующий раз тогда сделаем. Ну, только если вы захотите, на самом деле. Захотеть очень просто. Нужно поставить лайк под видео. Подписаться, если это не сделали, и на колокольчик нажать. Да. И в колоколах сила, ребят. Нравится вам игра, не, чтобы вы понимали, вы там пишете. Да, мне нравится, ну-ка давай, где моя игра? Комментарий обязательно надо писать, а то непонятно вообще. А то мы играем, а вы, может быть, не хотите. Как это так? Давай, Витя, я на тебя ставлю. На твою поражение. Я на себя нет. Давай. Yes! Победный аккорд. Точнее всего. Все, всем пока. Пока.